Юлия Проскурякова объявила о разрыве отношений. Некоторое время назад Юлия Проскурякова нашла замену своему мужу Игорю Николаеву. Речь идет, разумеется, не о личных отношениях, а о профессиональных. Жена композитора, ранее работавшая только со своим супругом, начала сотрудничество с автором песен Еленой Есениной. Девушки сперва записали лирический дуэт за доченьку, после выпустили взрывной хит «Я мать». Певицы как раз недавно закончили съемки клипа на эту песню. Как вдруг стало известно, союз Проскуряковой и Есениной прекратил свое существование. Юлия сообщила поклонникам, что разрывает отношения с Еленой. Дорогие друзья, спешим сообщить вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе, написала она в соцсетях. О причинах, из-за которых так неожиданно разорвался дуэт, пока ничего не известно. Но ходят слухи, что девушки крупно поссорились на профессиональной почве. Все фанаты переживают за судьбу отснятого видео. «Как же так? А клип не выйдет?» – спрашивают поклонники Юлии. Меж тем поклонники Юлии вспоминают, как она познакомилась с Есениной. Девушки любили рассказывать, что их общение началось благодаря знакомству в соцсетях. «Однажды вечером я уложила детей спать. У меня сын школьник и дочь, которой тогда было полгода. Я открыла соцсети», — рассказала Есенина. Зашла на страничку Юли, с которой мы лично не были знакомы, но которая была мне всегда симпатична. Раньше наше общение ограничивалось лайками, а тут, глядя, как мирно посыпывает кроватки моя крошка Серафима, я вдруг решила, а почему бы не показать Юле мою песню за доченьку? Может, получится дуэт двух мам, — написала Юля. Она попросила прислать куплет, потом второй, и в результате ответила: «Мне нравится, давай запишем песню побыстрее, а аранжировку сделает Игорь. Для меня была большая честь, что сам Игорь Николаев, такой большой музыкант, будет работать с моей композицией», —